Театральные угасшие звезды зажглись на экране кино. Накануне культурная среда республики пережила важное событие, и произошло оно в Набережных Челнах. Впервые в истории татарского театра состоялась онлайн-премьера спектакля на киноэкране. Актеры театра «Камала» играли на сцене в Казани, и одновременно это могли видеть зрители в Автограде. Как это было, в числе первых узнала моя коллега Виктория Евсеева. Несмотря на то, что премьера спектакля проходит необычно в кинотеатре, и зрители попадают в кинозал привычно через стойку и отрывая билеты, особой театральной атмосферности добавляют программки, от которых не стали отказываться организаторы. Директор театра «Камала» Эльфир Якупов лично встречает зрителей. Волнение не скрыть. Премьера спектакля проходит не только в онлайн-формате. Пьесу «Угасшие звезды» Карима Тинчурина последний раз ставили на казанской сцене полвека назад. И вот постановка ожила вновь. Если говорить о произведении, с чем связано, это то произведение, которое я еще и в школе тоже играл, в театральных кружках. То, что это будет онлайн-премьера, это как-то вдвойне вызывает интерес. Увидеть это впервые, в числе первых. Театр «Камала» с нетерпением ждем в нашем городе. Всегда на каждый спектакль, и на ДК «Камаза», и на ДК «Энергетик» всегда ходим. В этом году на гастроли театр не приедет, но предложил челнинцам новый формат. Благодаря технике, купленной в год театра на выделенные республикой средства мини-ПТС. Она позволяет в HD-качестве передавать видео и звук в прямом эфире, а главное – эмоции актеров за 200 километров. И несмотря на то, что в начале показа спектакль зависал, дебют в целом прошел успешно. «Угасшие звезды» – ностальгия для многих. В этом спектакле я играл. В Челнинском драматическом театре «Махдума» хорошая роль. В новом прочтении «Угасших звезд» главную роль играет челнинка, третьекурсница Университета культуры Лисан Гатаулина. Для русскоязычных зрителей заранее подготовили субтитры. Пьеса о трагичной любви, неизбежной смерти и войне. Первопроходец онлайн-театра. Мы не только остановимся на том, что будем практиковать прямые трансляции, мы также сделаем записи, то есть спектакли, которые уже имели хорошую, интересную популярность, мы будем транслировать здесь, прямо в кинотеатре. «Угасшие звезды» увидели 150 зрителей кинозала «Челнов» и 850 в Казани. Следующий сеанс прямого эфира со сцены театра «Камала» в Автограде планируется 29 февраля. Виктория Евсеева, Ради Ганеев, «Челны-24».